Так, 7 апреля 2020 год, Харьков. Полнолуние, суперлуние, луна в перигее на ближайшем расстоянии от Земли. 356 900 километров сейчас луна от Земли, и это ближайшее расстояние за весь год. Дадим Луне продемонстрировать все свои красоты. Благо Штиль. Так, это тихо. Тихо Браги. Так, а что у нас? У нас 21.33 по Киеву. Посмотри, как четко видно, как выбрасывалось вещество от удара. Хотя это больше похоже, как будто катился снежок. Кто-то там снежную бабу лепил. Снег наверняка пришлось привозить с собой. Наверное, молодые кратеры более светлым отмечены. Окисления там, конечно, быть не может, но вот космическое излучение свое дело делает, и основной грунт темнее, чем свежевыброшенный. Какая краса! Так, сори, опять придется трогать руками. Сейчас Венеру, что ли, показать, пока она не спряталась. Наверное, так и сделаю. Он у нас возле крана. Ничего не видно возле крана. Ладно. Зато Венеру не прозеваешь. А вот попасть в нее уже проблематично. Буду ловить, как еще. Других методов не существует. Осваиваю свежеприобретенный фотоаппарат на свежеприобретенной треноге. Видно фазу Венеры. Наполовину освещена. А? Сейчас я попробую. Мошка штатива под рёву дура. 125-кратное увеличение оптическое. Ручкой просто невозможно. Какая тряска создается. О! Все, отошел. В мир иной от восторга. Это сейчас, наверное, 90 миллионов километров. 90 миллионов километров до Венеры. Ну, чудесно. Очень хорошо. Я доволен. Красавица нам сияет. Просто прелестно.
Недавно Венера была рядом с Плеядами. А где, кстати, Плеяды? Должны быть где-то чуть выше. Что я визуально их не наблюдаю. Странно, почему так? Вроде чистое небо. Наверное, не такое оно и чистое. Странно, где ж Плеяды? Ладненько, вернемся к нашей. А, нет, вон Плеяды. Они не выше, а ниже. Ладно, сейчас пытаться играться, фокусироваться. Там будет слишком мрачно. Не знаю, может что-то и будет видно. Мне не видно. На экранчике, на мониторе посмотрю. Так, поехали к Луне. Между двух миров на 180 крутимся. Карточку памяти я себе купил просто какого-то запредельного объема, больше, чем у меня стационарный древний компьютер. 256, что ли, гигабайт. Ну, ну вот и наша красавица. Хотел утром сегодня поснимать. У нас была абсолютно сплошная облачность. Это просто было потрясающе. Я вчера выехал во сколько? 11:30 ночи. Пока за полчаса добрался домой, небо из чистого превратилось в абсолютно сплошное затянутое одеялами облако. Просто какой-то караул. И утром сегодня, как ехал, опа, а вот эта красавица Луна издевательски из облаков на меня поглядывала. Man on the Moon посмеивался с ехицей. Сейчас попробую на краешек навестись. Почти удалось, да? Все. Теперь даю возможность Луне самой влезать в кадр. Ничего не трогаю. Все колебания, это движение воздуха. Но это была мушка какая-то. Либо инопланетяне. Сразу ветерочек поднимается. Чё-то прям охота побыстрее это на большом экране увидеть. Фотоаппарата, конечно, это спичечный коробок. Попытка битву титана в спичечном коробке рассматриваю. Красотень. О, какой круглый. А, это же у нас... Господи, опять я Плутон. Плутон? Ну, Плутон, наверное. Да, Платон. Кратер Платон идеально круглый. И он, по-моему... 100 километров в диаметре или 80.
Так, а где наш Аристарх? Кратер такой приметный, как запятая. Сейчас еще будут колебания. Уже не от ветра, а от меня. Отсюда давай посмотрим. Еще чуть в сторону. Где там у нас краешек? До края Луны доберемся. Ага, добрались, молодец. Лучший враг хорошего называется. Сейчас вползет. Вползет, я ее знаю. Спокойствие, только спокойствие. Луна убирается с самоизоляции. Автофокус с ума сходит, ну, в принципе, и так красота. Да. Огромный мир. Так, это мы уже видели. Давай пойдем повыше. Да, какое-то сияние есть вокруг Луны. Все-таки видно, небо не идеально чистое, с дымкой этой, с туманом. Но все равно это везение, конечно, огромное, что в самый такой день, когда Луна ближе всего располагается. У нас такое чистое небо, практически нет ветра. А про карточку памяти что я говорил? Что она огромная, мы можем снимать здесь до потери пульса, пока аккумулятор не сядет у фотоаппарата. О, а вот и Аристарх. Будьте любезны. Вот это кома. Аристарх в коме. Ну, в виде комы. В виде запятой. Красота. Лады. Хватит уже, наверное, 15 минут. Чем заняться в самоизоляции, как не путешествиями по Луне? Ох, может, завтра рискну, да возьму с утра этот фотоаппарат, а то я с утра Юпитер, Сатурн, Марс снимаю своим стареньким сониковским фотоаппаратом, Sony старым, 6-летним уже, потрепанности активной. Там, конечно, 50 крат совершенно не то же самое, что 20-125 увеличение оптическое.
Так, это я хотел завершать работу, да? Завершать съемки. Ладно, Венеру сняли. Луну в Пиреи сняли. Остановиться не могу, зараза. Чего ждешь? Селенитов каких-то. Селена. Ладно, сейчас до края дойдем Луны и будем финишировать. А то мы так доснимаемся, что базу на Луне построят прямо на наших глазах. Так что не будем затягивать. 7 апреля 2020 год, Харьков, 50-я, то бишь параллель северной широты. Время. А вон видно, что сияние какое-то. 21:49 по Киеву. И все.